Раз, два, запись пошла, да. Приветствую всех, доброго времени суток. В эту лунную ночь я погадаю на декабрь до конца года. До конца года остается практически один месяц без 9 или 10 дней, сколько у нас там. Ну, где-то... Да, так 9-10 дней, 9 дней остается. Вот. В принципе, можно уже на декабрь погадать. Россия, декабрь. Мы выбираем карту. Родной дом, Россия. Вот оно здесь. Это у нас Россия. Карты, скажите, пожалуйста, что нас ожидает в России в этот декабрь до конца 2021 года? Что нас ожидает? Нас, я имею в виду нас, и Россию, и народ, и правительство, и бизнес, и экономику, и медицину, и образование. Нас, вот всех, нас, людей, что ожидает? Самое главное, что для нас будет? Что должно быть для нас? Самое главное. Карты, скажите, пожалуйста. Там какой-то обман маячит. Обман. Сейчас еще раз посмотрю. Семерочка у нас. Так. Десяточка. Это у нас объединение. Объединение. Девятка – это у нас гордость, независимость. То есть независимость. Ну, что-то с объединением будет связано. По событиям. Давайте посмотрим по событиям. Что нас ожидает по событиям в России? Карты сами идут, в принципе, по три. По три штуки. Где моя склеротичка, по которой я смотрю? Так, семерка у нас. Семерка, сочетание с дамой и семеркой червы. Семерка бубны. Что-то не случится, чего-то не случится. Печаль о прожитом. Печаль о прожитом, не сложилось, вот не сложилось, вот там, например, замуж не вышло, там не женился, вот что-то с этим связанное. Валет, девятка, пик, туз и король. Девятка, пик, что-то не случилось. У меня такой, тут валет, это молодой человек, либо ребенок. По нему идут удары. Удары почему-то как физические, так и душевные. 9 пик – это что-то с эмоциями связанное. То есть негативное. Что ты? Смотрите, здесь мы получим ответ на вопрос, и будет большая неудача. Вот смотрите, вы, например, задаете вопрос – начальник, мне не хватает денег, допустим, вот. Ну, я допустим говорю, начальник, мне не хватает денег, у меня вот два ребенка, я не могу их прокормить, они едят хлеб. Можно мне вот денежку добавить? Начальник такой думает, ну, я тебе завтра отвечу, хорошо? И завтра отвечает с утра, нет. Вот это вот то же самое, из этой же серии. Здесь какой-то волнующий вопрос, какой-то вот важный вопрос будет. И ответ на него будет «нет». Причем такой однозначный «нет», что вот просто идите вы в баню. Вот как-то вот с этим связано. То есть идите вы нафиг просто. Здесь две карты мне не понравились. Девятка пик и туз пик. Туз пик его никак не обойти, как и даму пик. Ну вот никак. Вот это удар. Это удар просто. Тут еще и дама, блин, выпадает. То есть здесь какой-то вопрос волнующий. Либо молодого человека, либо молодых людей. Вот они задают его. Ответ будет однозначный. Нет. Я не знаю, с чем это связан вопрос, но он очень волнующий. Далее идем. Причем это очень скоро будет. Либо это решение уже принято.
Такое ощущение, будто здесь давление идет. Вы знаете, как давление, оно очень сильно возрастает на погружении. Вот погружается, погружается субмарина вниз, и давление возрастает. И говорят, если леску натянуть, вот где-то там, вот на дне, на глубине в этой субмарине, леска лопнет, там давление очень высокое. Также и здесь, здесь повышение давления, либо повышение ставок. Что-то вот с этим связанное. Повышение ограничения в чем-то. Ущемление в чем-то. Я не знаю. Но вопрос, вот на вопрос, который мы задаем. Однозначный вопрос мы получаем однозначно нет. Здесь ухудшение идет чего-то. Ухудшение. Причем, я еще раз говорю, я вот гадал на события, да, я не думал, что они так будут разворачиваться, реально. QR-коды ввели, зачем это вообще, я не понимаю. Ну, ясно, что это контролят. Но пока непонятно, как это будет работать. То есть, больных, не больных, я не знаю, затронет это или нет, но больные, они могут встречаться и на остановке, и в каких-то там заведениях общепита, где не нужны QR-коды на вынос, скажем. Где, да, на светофоре могут люди также там задержаться на 1,5-2 минуты. Что там такого? Кашлянуть на человека. Легко вообще. В общественном транспорте тоже. Да везде. Но QR-коды, я не знаю, как это будет работать. Опять же говорю. Валет напрашивается. На валет. Валет, что ты... Ой, нет, нет. Я не буду здесь смотреть. Здесь удар идет по вольту. Валет захотел, чтоб я на него посмотрел, но... Удар идет. Я еще раз говорю, здесь вот в скором времени, я не знаю, с чем это будет связано, какой-то вопрос, и на него однозначный ответ нет. Вот нет просто. Вот нет. Я не знаю, с чем этот вопрос связанный. Может, с отменой QR-кодов. Я не знаю. Прямо жесткий такой. Как рубит. Нет. Далее. Какие-то мелкие радости нас ожидают. Я так понимаю, это праздники вот здесь вот. Но я здесь ничего такого не вижу. Какие-то радости, ну... Печаль, любовные разговоры. Более ничего не могу сказать. Как, знаете, за рюмкой вот так вот. О неудавшейся жизни так... Ну, что-то вот... Ну... Вот, ну, нам не везет, вот как-то вот так вот, мелкие радости, разговоры любовные, больше я такого ничего не вижу. Какое-то трудное очень дело будет, успех, но через очень большие мучения. Король еще выпадает, ну, что-то как-то вообще вот... Ну, никак, в общем, не знаю. Если какие-то вопросы будут обсуждать, да, вот там, скажем, с какими-нибудь там законопроектами, там, отмена каких-нибудь законопроектов, которые толком-то и не нужны, но все затормозится, застопорится здесь. Люди будут праздновать, но праздновать так себе, потому что это даже, не знаю, как это назвать, праздник, не праздник, по картам я, по крайней мере, смотрю. Это даже и не праздник. Девятка пик, какой это праздник? Вот 9 пик, что она обозначает? Ну, обида, разочарование, это что-то эмоциональное, ссора, разрыв любовных отношений, измена, переживание, вот что-то вот с этим связано, с нервозностью или неврозностью связано, вот что-то вот с этим. Духовное, либо психическое, либо нервное, вот что-то в этом роде. Вот что-то, вот знаете, что давит на грудь, без всяких этих давит на грудь просто. Почему? Вот эта девятка пик и есть. Далее смотрим. Я ничего здесь веселого не вижу. Более того, я вижу здесь усугубление ситуации. Причем, я еще раз говорю, я гадал, когда я не ожидал, что будет так все стремительно. QR-коды ввели, зачем они? Я думал, в следующем году постепенно, постепенно. А вот почему вот так происходит в России, я до сих пор не могу понять. Вот мы умудряемся выбрать вот всегда практически вот наиболее плохой путь развития. Я не понимаю. Ну, не понимаю я, ну... Может, здесь дама с чем-то замешана, может, даму нужно было куда-то вот продвинуть, поставить даму.
Одно могу сказать точно. Путин в том или ином виде, он будет до конца. В той или иной степени, в той или иной должности он будет до конца. Это было принято. Вот где-то там вот это было принято. Фигуры такой, чтобы заменить его. Я ее не вижу. У меня мелькали какие-то короли, дама мелькала. Но никто его не заменит, по сути. Как-то так. Далее. 8-7. Сюрпризы какие-то будут. Ну, я так понимаю, это повышением рот. У меня это было уже. Так, сейчас я это просмотрю. Повышением рот. Вот я хотел посмотреть повышением рот. Но у меня здесь недовольный народ падает все равно. Он однозначно падает повышением рот. Как будто, вот знаете, у меня это выпадало, как подачка небольшая. Но я, по-моему, это говорил уже. Я же говорил, что будет что-то там такое. Какой-то сюрприз или что-то такое. Малые деньги. Ну, вот это мрот и есть. То есть сюрприз выпадает. Это выпадает уже приблизительно на следующий год. И какие-то сантименты, грезы, ничего такого. Тут сюрприз и какие-то там летания в облаках. Я больше тут ничего не вижу. А вот насчет мрота надо посмотреть. Я не запоминаю. Комбинашки карт я не запоминаю. Нет, здесь однозначно плохо идет. Плохо идет для людей. Повышение мрота связано с повышением цен, как я понимаю. У меня это тоже шло по картам где-то. Я просматривал, может, тогда еще. Повышение цен. У меня почему-то выпадало. Что-то введут, может, санкции введут или что-то еще. Может, что-то будет такое, из-за чего цены поднимутся чуть ли не на 35%. Я не знаю, в какой области. У меня выпадало 3,5. Как-то так вот у меня выпадало. Но здесь однозначно недовольный молодой человек. Он такой капризный. Капризный, неугомонный, то есть недовольство падает все равно. Новый знакомый, знакомый новый. На мрот почему-то выпадают здесь новые люди какие-то, новые люди. Может, мужчина и женщина, и почему-то на них ложится вот недовольство. Я не понимаю. Новые люди. Может, это кто-то подсказал, что нужно повысить, я вот думаю. Чем нас вообще, для нас ознаменуется декабрь? Декабрь чем для нас ознаменуется? Не растет кокос. Подарок какой-то идет. Подарок от друга. Дама здесь есть. Разговор какой-то дамы. Молодой человек. Дама, здесь группа людей идет. От них подарок. Это, скорее всего, вот и было повышение мрот. Кто-то посоветовал повысить мрот. Это кто-то, это коллектив людей, они дали такой вот совет повысить мрот. Это первое. Второе. У меня почему-то идет, что люди это воспримут в штыки, просто в штыки. У меня валет выпадал и десятка, то есть это вообще никак. Ну вообще никак, ну что это? Просто я даже и не знаю, что тут сказать. Подарок идет. И что у нас там еще? Подарок, конец бедам и невзгодам. Карты. Конец бедам и невзгодам. Денюшка падает. Король какой-то падает. И все это закрывает ситуация. Ситуация почему-то все равно. Вот так вот.
ситуация все равно вниз. Здесь вот я хотел просмотреть, что у нас здесь падает, выпадает. Недовольство. Насчет недовольства. Неприятные разговоры, встречи. Неприятно. Вот я хотел узнать, в чем связано вообще вот это вот недовольство. То есть повысили мрот. Здесь идет недовольство. Конфликт в семье. Тут назревает конфликт. Это вообще бесспорно. Карты об этом просто, я не знаю, не кричат. Тут конфликт возникает. И здесь мротом, ну, я не знаю, можно обойтись или нет. И на все это выпадает большое казенное учреждение. Карты однозначно показывают, здесь идет усугубление ситуации. То есть это погружение, которое вызывает давление, как вот лодку давит, я еще раз говорю, давление. Или как тетиву натягивают, то же самое. Это то же самое. Дама, любовница, валет. Хочу узнать, что у нас там будет с напряжением. Девяточка, да? Да. Свидание. Пока вроде тихо. Тихо. Трудности в деле. Пока я ничего не вижу, там что связано вот с конфликтом в семье, да, с недовольством, я пока ничего не вижу на этот месяц. Но недовольство, оно явно просто есть. Оно просто настолько есть, это пипец. Но пока я ничего не вижу. И может быть это плохо. Дурные эмоции, они копятся. Особенно застойные дурные эмоции. С чем мы войдем в Новый год? И чем это венчается? Какой-то любовью, может, эмоцией. С чем мы войдем в Новый год? Потом еще на Новый год надо будет просмотреть хотя бы там чуть-чуть хотя бы. У нас знакомство будет с кем-то. Здесь явно идет новое знакомство, с кем-то идет. И причем идет какое-то любовное знакомство. То есть это, возможно, человек будет. С чем мы войдем? Возможно, с кем-то познакомят. Нет. Какой-то будет... Вот маячит какой-то новый. Тут новый что-то маячит, новое. Новый человек маячит. Но недовольство, оно есть, оно никуда не девается, оно возрастает. Там шестерка пик падает. Все, спасибо большое. Ждем разрешения всех интересующих нас вопросов в положительном контексте. Ибо будем думать так, что карты мои не правы. Будем надеяться на лучшее. Да? Да, я тоже так думаю. Все, до свидания. Ставьте там комментарий, какой-нибудь лайк, дизлайк, там поставьте что-нибудь. Спасибо большое, до свидания.